Куда бегут газели? Как изменит ситуацию на рынке пассажирских перевозок в Омске запрет ставших за почти 20 лет легендарными микроавтобусов? Сотни аварий, десятки переломов и сотрясений, беспомощность коммунальщиков. Какие минусы принесла мячам плюсовая температура? Дело хозяйское. Почему многие мячи не спешат приватизировать свою жилплощадь, и чем государственная квартира лучше своей собственной? Смотрите «Омск здесь» в субботу в 20:00 и в 23:30.